раз передача мимо. Играть в мини-футбол не просто, здесь свои правила. Ежегодный чемпионат округа стартовал, как обычно, в составе полюбившейся команды – давние соперники. Сегодня решается судьба золота. Нам надо не проиграть, но, к сожалению, матч пошел не по нашему сценарию, поэтому придется вот сейчас отыгрываться уже 1-4. С первых минут игры удача была не на стороне команды «Горки». Давние фавориты стремительно теряли очки, но командный дух и мастерство оказалось сильнее. В упорной борьбе со счетом 6-5 «Горки» буквально вырвали победу из рук соперника. Зимой вот мини-футбол играем, значит, летом чемпионат области у нас, район, большой футбол. Так что, в принципе, футбола хватает. Одинцовские спортсмены играют в футбол круглый год. Меняется форма, но неизменным остается содержание, воля к победе и мастерство. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».